Нижний Новгород готов к половодью и прохождению паводковых вод. В городе предприняты все необходимые для этого меры. Было проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были определены задачи всем соответствующим службам в отношении проведения работ по подготовке к паводку. Также были проведены практические мероприятия в городе. Это, я уже говорил, это подготовка гидротехнических сооружений, подготовка техники, проведены смотры отрядов противопаводков в каждом районе. То есть это 8 отрядов. Проведена их готовность как техники, так и личного состава. В этом году, по данным метеослужбы, паводок будет проходить в пределах средних многолетних значений. Уровень воды в черте города очень много зависит от работы Камско-Волжского каскада, водохранилищ, как они будут работать. Традиционно в городе особо подвержены подтоплениям Канавина и Сормова. Эти районы находятся под постоянным наблюдением специалистов. По сегодняшнему дню скажу, что меры были приняты превентивные, то есть где появлялось большое количество воды на проезжей части, в дворовых территориях, сразу, значит, немедленно были организована откачка этой воды, той техники, которая имеется в районах. Поэтому жалоб практически от населения не было. За весь месяц было 6 заявок от населения, которые были сразу же исполнены. Кстати, пришедшее в Нижний Новгород похолодание весьма благоприятно сказывается на развитии паводковой ситуации. Лед вымораживает воду, которая образовалась в результате недавнего потепления.